Всем привет! Вот у нас есть пюрешечка персиковая детская, которую я знаю, что безумно любит Ливсик. И вот мы сейчас посмотрим, как отреагирует Аркашенька. Аркашка, что, мальчик, ты уже заинтересован? А как насчет, как Ливсик покушает с ложечки? А? Аркашенька. Аркашенька. Ну, ням-ням. Аркашка, попробуй. Это вкуса. Куся-вкуся. Серьезно. Но Аркаша всегда сразу отказывается от еды. Аркашенька. Аркашка. Аркашенька. Ну давай. Только не грохнись. Ладно. Привет, Аркаш. Смотри, а если я тебе так поставлю? Как ты будешь реагировать на такие вещи? Ну, Аркадий, ну попробуй, это вкусно, еще и полезно, особенно зимой. Я поняла, остальное мне придется отдать Ливсику, да? Или мы попробуем полить тебе вечером рис. Может, с рисом ты съешь в своей кормушечке? Ну, Аркаш, ну попробуй. Ну что, тебя как грудного малыша надо уговаривать? Аркашенька, ну попробуй, зайчик. Попробуй, мальчик. Куда ты собрался, Аркаш? Ну нет. А если я уберу? Аркаш, там закрыто. Я там не открывала. В общем, Аркаша от нас сбежал. Вот так. Закрыто. Аркаш, там закрыто. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока.